Здравствуйте. Да, здравствуйте. Молодой человек, а могу я спеть с вами одну песню? Высоцкого, например. Высоцкого? Да, ну, я знаю, вот, например, нравится. Какую, это... смотря какую. Давайте «Охоту на волков» попробуем. Ну, если только по аккордам смотреть буду, я наизусть не знаю. Смотрите, у вас же есть в интернете. Ну, я через интернет только могу аккорды посмотреть. Можем попробовать спеть? Прям так вот, как есть. Ну, да. Правильно? В оригинале, да. А и... потом, если что-то получится, можно еще что-нибудь сделать. Ну, можно, да. Ну, можно примеру... Лепцова, Чижа, или... ну, о любви, да, или 18 берет. Да, русский рок, самое главное. Что... Да, давайте попробуем. Да. Руси сил из всех сухожилий. На сегодня не так, как вчера. Обложили меня, обложили. Гонит весело на номера. Заели хлопочут волки, там охотники прячутся в тень. На снегу кувыркаются волки, превратившись в живую мишень. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат законщики, лыцей до работы, рыб на снегу и пятна красное флажков. Всегда за моим окном 18 берез. Я их сам считал, как считают ворон. Те, что северный ветер куда-то унес. И последний бомбон, как последний патрон. И мне б не спится. Или спится, а может спится мне. И мне б не спится, или спится. На-на-на-на-на-на. Не спится, или спится, а может спится мне.